Так, новости. Ну, нет никаких новостей, как у нас в последнее время традиционно уже становится. То есть идет там нормальный рабочий процесс, всем все платится, система развивается прекрасно. Соответственно, новостей никаких нет. Это наилучший показатель того, что работа идет успешно. Новости только появляются, когда какие-то проблемы. Когда нет проблем, и новостей нет. Так что, наверное, на будущее... Я не буду уж каждую неделю записывать эти видео, потому что, ну, при отсутствии новостей это, ну, наверное, не имеет смысла. Я уж просто высасываю из пальца какие-то там якобы новости. Наверное, не стоит это дальше делать. Ну, конечно, если будут какие-то возникать ситуации, когда требуются мои комментарии, то я, естественно, эти видео буду записывать. Ну, а так, просто так, лишь бы там появиться на 2 секунды на экране, ну, наверное, не стоит. Ладно, таким вот образом... Еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.